Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Высотина Светлана Николаевна. Я учитель иностранного языка школы номер 61 города Кирова. Я сегодня с удовольствием расскажу вам о своей работе, о некоторых приемах, которые я использую в своей работе, и тема моего выступления – методика организации внеклассных мероприятий по иностранному языку в начальной школе. Но в первую очередь я хотела бы выразить огромную благодарность Институту развития образования за то, что в любые времена, даже в самые сложные времена, Институт развития образования проводит курсы для учителей иностранного языка. И для вас, наверное, не секрет, что каждые курсы иностранного языка для нас, учителей, это целое событие, потому что обязательно после этих курсов происходит что-то очень приятное. Или мы участвуем в каких-то конкурсах, не боимся этого. Или мы занимаем какие-то места в различных мероприятиях. Или мы совершаем какие-то поездки. И хочется сказать большое спасибо нашему куратору, старшему преподавателю кафедры предметных областей Полушкиной Галине Федоровне за то, что она уже не первый год проводит такие интересные, очень разные курсы для учителей иностранного языка. Каждые курсы – это что-то особенное, что-то интересное. И когда выпадает возможность принять участие в таких курсах, я с удовольствием такое приглашение принимаю и участвую в этих курсах и делюсь теми наработками, находками, которые у меня есть в моей работе. Итак, сегодня мы говорим о организации внеклассных мероприятий для ребят начальной школы. И вначале мне хотелось бы небольшую такую теоретическую основу и принципы, на которые нужно основываться, работая с ребятами начальной школы и организуя внеклассные мероприятия. Конечно же, занятия – это не уроки. И они должны проходить обязательно в игровой форме и должны быть ориентированы на практические действия. Ребята в школе уже насиделись за партой, и особенно это маленькая начальная школа, им, конечно же, нужно как можно больше двигаться. Следующий принцип – это такой, что правила не нужно давать в готовом виде. Говорит, так, ребята, мы будем изучать с вами какое-то правило. А все правила и взаимосвязи учащиеся имитируют и при необходимости сами обнаруживают на примерах. Это называется индуктивное либо обнаруживающее обучение. Кроме того, следующим принципом хочется выделить следующее. Во время всех этапов занятий максимальное использование разнообразных каналов обучения. Чтобы оптимально использовать каждый тип обучения, это и мультисенсорное обучение, а некоторые методисты его называют целостным обучением. Через слух, через зрение, ощущение, обоняние, чтение, движение, устную речь, письменную речь, а также и рисование. Кроме того, постановка задач должна быть небольшими шагами и с внутренней дифференциацией поддерживается процесс понимания и применения знаний. Кроме того, необходимо чередовать формы работы. Частая смена форм работы. Здесь должна быть и индивидуальная работа, и работа с партнером в маленькой группе, в большой группе. И формы занятий, такие как обучение по станциям, учебный сценарий, проектная работа. Это все обеспечивает разнообразие и таким образом поддерживается интерес и концентрация внимания у младших школьников. А учитель по возможности говорит исключительно на иностранном языке, однако все-таки дает понять, что он понимает детей, если они обращаются к нему на родном языке. Конечно, главнейший принцип раннего преподавания иностранных языков – это как можно больше говорить на иностранном языке и как можно меньше говорить на родном языке. Кроме того, ребенка не следует заставлять говорить, поскольку он вначале слушает, понимает, воспринимает и реагирует часто лишь через некоторое время, имитируя, например, отдельно какие-то слова иностранного языка или же интегрируя их также в предложения на родном языке. И особенно мотивирующее действие оказывает, конечно же, положительная оценка. Еще очень важный момент – это ошибки, которые делают ученики.
Ошибки являются нормальной составной частью развивающихся языковых знаний и охватываются через стратегии обратной связи. Устную речь на иностранном языке нельзя прерывать исправлением ошибок. То есть лучше стратегия обратной связи. После того, как ребенок сказал, мы еще раз проговариваем, но уже без ошибок. И сейчас мне хотелось бы показать вам небольшой видеосюжет, который был записан во время бинарного внеклассного мероприятия. Бинарное мероприятие это было по немецкому языку и по физической культуре. Так как здесь два учителя, и учитель немецкого языка, и учитель физической культуры, то учитель физической культуры говорит на русском языке какие-то организационные моменты, а я, как учитель немецкого языка, стараюсь говорить только на немецком языке. Я предлагаю вам посмотреть сейчас этот видеосюжет и обратить внимание, все ли принципы здесь соблюдены, о которых я вам только что сказала. Стоп.
и поднимаете рядом лежащий стишок. Разворачиваете и читаете. И то, что у вас окажется, с вами окажется правильно. Все понятно? Готовы? Запоминайте технику безопасности, нельзя забегать, да? Готовы? Внимание, марш! Посмотрели небольшой сюжет с нашего внеклассного мероприятия, и здесь были некоторые моменты, на которые как раз
построенная по тем принципам, о которых я как раз сегодня вам и говорила. Хочется сказать, что это занятие было проведено в рамках нашего проекта, который мы создали с Татьяной Александровной Папулиной, учителем физической культуры. Это у нас внеурочная деятельность, которую мы проводим раз в неделю для ребят четвертых и пятых классов. Пятиклассники тоже к нам присоединяются, потому что им не хочется бросать то, чем они занимались в начальной школе. И мы все дружно работаем с этими ребятами. Итак, сейчас хотелось бы с вами поделиться еще некоторыми такими приемами, которые, возможно, в своей работе вам пригодятся и помогут сделать уроки интересными, и особенно внеклассные мероприятия, такими непохожими на урочную деятельность. Ну, может быть, какие-то моменты вы возьмете и для своих уроков. В первую очередь, вы уже заметили, что у нас занятие начиналось с такого как бы ритуала. И для ребят начальной школы такие ритуалы важны, нужны, они как-то их настраивают на то, что сейчас начинается занятие, и, кроме того, они запоминают такие важные фразы, которые потом им могут пригодиться и в других ситуациях. Например, вот такая, которую вы сейчас видели в этом видеоуроке. Die Stunde fängt jetzt an, und wir sind alle dran. Die Uhr, die geht tic-tac, wir sagen. Guten Tag. Причем это стишок не просто так произносится, рифмовка, а ребята стоят друг к другу лицом в два круга, внешний и внутренний круг, и ребята первый раз поздоровались, и потом они обязательно переходят. Если вы внимательно смотрели видео, то здесь все с движениями, что ребятам очень нравится. Die Stunde, по коленочкам стучат, die Stunde fängt jetzt an. Und wir sind alle dran, хлопают в ладошки. Die Uhr, die geht tic-tac, wir sagen guten Tag. И дети подают друг другу руку, чтобы поздороваться. А затем идет команда rechts, и ребята уже знают, что внешний круг стоит на месте, а внутренний круг на одного человека передвигается. И мы так работаем несколько раз, чтобы все друг с другом поздоровались, и такое было снятие какого-то эмоционального барьера, потому что у нас на внеурочной деятельности ребята из разных классов приходят, они не все даже вначале знали друг друга, но сейчас они уже достаточно дружны. Такие рифмовочки могут быть абсолютно разные, не обязательно каждое занятие начинать именно с одной и той же рифмовки, лучше, если это рифмовки разные, чтобы ребята тоже могли сориентироваться и запомнить как можно больше немецких слов. Например, вот такая еще рифмовочка. Guten Tag, guten Tag, Светлана, heiße ich. И потом все ребята хором говорят. Guten Tag, Светлана, wir begrüßen dich. Особенно это важно, когда вот идет первый месяц внеурочных занятий, когда ребята еще только знакомятся друг с другом. То есть первые две строчки произносит тот, кто представляет себя, а вторые две строчки произносят все ребята, и таким образом тоже все друг друга запоминают, и опять же происходит снятие барьера и языкового, и эмоционального барьера тоже. Еще такая рифмовочка может быть, ритуал начала занятия. Eins, zwei, drei и так далее. Мы сосчитаем всех, сколько здесь есть у нас ребят, всех посчитали. И мы говорим, wir sind alle hier, nun beginnen wir. И ребята сами у меня в одном классе придумали, что на фразу nun beginnen wir они все сходятся в кружок и ручки вот так вот складывают друг на друга и показывают. Eins, zwei, drei, vier. Все выстроились там, например, 10 человек. И на фразу «Nun beginnen wir» они распахивают руки и расходятся по своим местам. Было приятно, что это ребята придумали сами. Наконец, урока тоже очень хорошо, если есть рифмовочка, то есть занятие, не урок, а занятие, конечно. Занятие тоже будет как бы обозначено, что оно заканчивается. Die Stunde ist aus, wir gehen nach Haus, wir sollen hier. Tschüss, auf Wiedersehen. И вот
Это такие ритуалы, которые я использую, еще есть несколько. Я хотела бы вам одно из заданий предложить, чтобы вы, уважаемые слушатели, тоже подумали и вспомнили, какие ритуалы вы используете. И, может быть, придумали, сами сочинили какие-то новые, вот такие небольшие четверостишие ритуалы начала и конца занятия. Следующий важный момент, на который нужно обратить внимание, это, еще раз повторяю, все-таки не урок. Это внеурочное занятие, и здесь ребята ждут всегда чего-то такого интересного, необычного. И, конечно, определение начала вот урока после ритуала, определение темы, о чем же будет идти речь, оно должно пройти как-то особенно, как-то интересно. И вот у меня есть для этого несколько таких приемчиков, которые я использую, иногда даже и на уроках использую, и они проходят всегда на ура у детей. Вот, например, такая история. Es lebte einmal ein Mann. Er war Schneider. Er war sehr arm. Er hatte nichts. Er hatte gar nichts. Er hatte nichts in den rechten Hosentasche. Er hatte nichts in der linken Hosentasche. Er hatte absolut nichts. Und er war sehr traurig. Er suchte und suchte und suchte und er fand ein Stück Stoff. Er dachte und plötzlich hatte er eine Idee. Er machte sich aus diesem Stoff einen Mantel. Der Mantel war sehr schön und der Mann war sehr glücklich. Er trug den Mantel morgens, mittags, abends und die ganze Nacht. Aber der Mantel ist alt geworden und hatte Löcher. Der Mann war traurig. Er dachte und dachte und dachte und plötzlich hatte er eine Idee. Er machte sich aus diesem Mantel eine Jacke. Die Jacke war sehr schön. Und der Mann war sehr glücklich. Er trug die Jacke morgens, mittags, abends und die ganze Nacht. Aber die Jacke ist alt geworden und hatte Löcher. Der Mann war sehr traurig. Er dachte und dachte und dachte und dachte und plötzlich hatte er eine Idee. Er machte für sich aus dieser Jacke eine Weste. Die Weste war sehr schön. Und der Mann war sehr glücklich. Er trug diese Weste morgens, mittags, abends und die ganze Nacht. Aber die Weste ist alt geworden und hatte Löcher. Der Mann war traurig. Er dachte und dachte und dachte und dachte und plötzlich hatte er eine
Idee. Er machte aus dieser Weste eine Mütze. Die Mütze war so schön und der Mann war so glücklich. Er trug diese Mütze morgens, mittags, abends und die ganze Nacht. Aber die Mütze ist alt geworden und hatte Löcher. Der Mann war traurig. Er dachte und dachte und dachte und plötzlich hatte er eine Idee. Er machte aus dieser Mütze eine Krawatte. Die Krawatte war so schön. Und der Mann war so glücklich. Er trug diese Krawatte morgens, mittags, abends und die ganze Nacht. Aber die Krawatte ist alt geworden und hatte Löcher. Der Mann war traurig. Er dachte und dachte und dachte und dachte und plötzlich hatte er eine Idee. Er machte für sich aus dieser Krawatte einen Knopf. Der Knopf war sehr schön. Und der Mann war sehr glücklich. Er trug diesen Knopf morgens, mittags, abends und die ganze Nacht. Aber er hat diesen Knopf verloren. Und jetzt haben wir diese schöne Geschichte. Ну вот, например, такая Faltengeschichte. Эта история называется Faltengeschichte, так как мы тут действительно все складываем. И можно придумать такую историю подобную на любую тему. И легко догадаться, что по сегодняшней нашей, вот по этой истории, что речь в начале урока мы обозначаем, речь пойдет про одежду. Так, и можно так подвести к любому занятию. Здесь что важно, когда мы составляем такие Faltengeschichten, чтобы были повторяющиеся фразы, которые мы обозначаем движениями. Вот, например, такая идея, да, plötzlich, внезапно, plötzlich. И потом даже используя этот жест, ребята тоже говорят plötzlich, вдруг, hatte eine Idee. Вот идея пришла, пальчик мы поднимаем, да? Здесь важно, чтобы ребята сами начинают говорить и рассказывать эту историю. Примечательно, что вот эту историю только вначале рассказывает учитель, потом, начиная вот уже, например, с курточки, дети уже начинают ее практически сами говорить, а учитель только тихонечко наводит и связывающие такие моменты говорит. Это такое начало урока по теме, начало внеурочного занятия, конечно, по теме одежды. Можно и на урок тоже переложить. Еще вот очень нравится мне история, похожая история, может быть, кто-то возьмет для себя, тоже такая интересная. Es lebte einmal ein Kind. Es war sehr glücklich. Es war glücklich morgens, mittags, abends und die ganze Nacht. Aber er hatte eine Frage. Warum?
Warum разводим ручками? Warum bin ich so glücklich? Ich weiß nicht. Frage ich meinen Vater. Mein Vater ist sehr klug. Vati, bist du glücklich? Ja, ich bin glücklich. Ich bin glücklich morgens, mittags, abends und die ganze Nacht. Aber warum? Warum bin ich glücklich? Und der Vater dachte. Und plötzlich hatte er eine Idee. Fragen wir unsere Mutti. Mutti, bist du glücklich? Ja, ich bin glücklich. Morgens, mittags, abends und die ganze Nacht. Aber warum? Ich weiß nicht. Die Mutti dachte und plötzlich hatte sie eine Idee. Fragen wir unsere Oma. Oma, bist du glücklich? Ja, ich bin glücklich. Ich bin glücklich morgens, mittags, abends und die ganze Nacht. Aber warum? Ich weiß nicht. Fragen wir. Und die Oma dachte und plötzlich hatte sie eine Idee. Fragen wir unseren Opa. Opa, bist du glücklich? Ja, ich bin glücklich. Ich bin glücklich morgens, mittags, abends und die ganze Nacht. Aber warum? Der Opa dachte. Er war sehr klug. Und er sagte, wir sind alle glücklich, denn wir haben eine Familie. Und unser Thema ist die Familie. Итак, вот такой вот в занятие, когда мы начинаем тему «Семья», например. Тоже очень хорошо проходит. Ребята повторяют уже в начале занятия несколько раз членов семьи и так далее. Хорошее начало занятия, когда мы что-то неожиданное предлагаем детям потрогать своими руками. Это же маленькие ребята, им хочется не только смотреть и слушать, но и обязательно что-то самим потрогать. И вот очень хорошо проходит, если мы, например, предлагаем такой пакетик, такую папочку мягенькую обязательно, и предлагаем «Tast, was ist hier?» Zuerst hören wir aufmerksam. Сначала мы внимательно предлагаем детям послушать, затем мы предлагаем потрогать, «Tasten wir». Ребята, каждый трогает, предполагает, что там будет, «Unsere Vermutungen». Так, наше предположение, и высказывают свои мнения. Конечно, ребята могут говорить по-русски, высказывать свои мнения. И потом мы gucken, заглядываем, что же там. Hier sind Knöpfe. Die Knöpfe. Aber wessen Knopf ist das? Wessen Knopf ist das? То есть, чья же это пуговица? Чья пуговица мы предлагаем детям определить? И это может быть продолжение темы «Семья». Например, следующий уже урок по теме «Семья», когда мы будем не просто называть членов семьи, а еще и говорить, использовать генитив в работе родительный падеж, когда будем называть, чья это вещь. Тоже очень важно. «Muchas», «Fatas» и так далее. Ребятам очень нравится такой момент. Или, например, просто в конвертике. Ребята сидят в кружочке и по кругу, пока звучит музыка, мы им предлагаем передавать такой конвертик. После того, как музыка останавливается, мы предлагаем тому, у кого останавливается конвертик, «Gucken wir», заглядываем внутрь и «Aber sage bitte niemandem». Но никому не говори.
предлагаем заглянуть только тому, у кого остановился этот конвертик. Он заглядывает и смотрит, и уже примерно предполагает, что там. И так несколько раз, чтобы многие ребята уже увидели, посмотрели, что же там есть. Потом могут быть обычные картинки по той теме, которая нам нужна. Например, овощи, фрукты, да, если у нас тема про продукты или про овощи и фрукты. Вот так тоже проходит очень интересно, такой момент интриги, что же там такое внутри. Вас есть дрин. Или мешочек, есть у нас такой вот волшебный мешочек. Что же в мешочке? Тоже это все тастен, даем ребятам потрогать, определить. И они определяют сначала в самом мешочке, потом мы предлагаем вообще задеть и посмотреть, что это такое. И, например, они достают какую-то игрушку по теме. Значит, да, здесь животные, да, достали, значит, речь пойдет про животные. Угу. И ребята могут определить, может быть, не просто животное, а животное с мячом. Wir sprechen heute über den Sport. Да? Фußball. И так далее. Очень хорошо проходит в таких моментах на определение темы в начале урока еще и такой вопрос. Warum geht es in diesem Lied? Мы включаем какую-то песенку и ребятам предлагаем определить, о чем речь идет в песенке. Или небольшое стихотворение, рифмовочку небольшую. Warum geht es in diesem Rhyme? Или читаем эмоционально, очень читаем какой-то кусочек сказки и тоже предлагаем определить, о чем уже пойдет речь в этой сказке. А сказку можно рассказывать и с новыми словами, используя новые слова, небольшую какую-то сказку, показывая картинки, показывая героев, чтобы можно было понять, о чем пойдет речь. Потому что если без наглядности мы будем говорить, маленьким ребятам сложно будет понять. Итак, вот определение темы какими-то важными, интересными моментами можно начать в начале нашего занятия провести. Я вам тоже предлагаю найти какие-то интересные моменты, как можно определить на внеурочном занятии тему, какими интересными моментами. Поделитесь, пожалуйста, своими моментами, которыми вы начинаете, или, может быть, вы что-то новое придумаете, пожалуйста, поделитесь с нами. Следующий момент, на который нужно обратить внимание – движение. Конечно, если мы говорим о внеурочном занятии, это будет преступление, если мы просто усадим детей за парты, достанем учебники и снова будем повторять все то, что мы делали на занятии. И это должно быть движение. Конечно, нам повезло, вот, например, с учителем физкультуры, с Татьяной Александровной, что мы с ней объединились и проводим такие внеурочные занятия в спортзале. Но это проходит только в этом году, мы только начали такую работу. А до этого, ну, точно так же проводила я занятия и в своем кабинете. Но это должно быть, конечно же, какое-то такое движение обязательно на занятии. Даже если это на уроке, вот кто бывал на моих уроках, очень часто видели такую систему, она уже отлажена, что я ребятам уже даже не говорю в начале урока про это, что можно брать самому за правильный ответ карточку. Если я похвалила ребенка и сказала «good», у тебя «richtig», то ребенок уже сам знает, подходит, у нас в коробочке лежат карточки, и ребенок берет себе карточку и знает, что в конце урока по этим карточкам будет поставлена оценка, если это идет речь про урок. Если идет речь про внеурочное занятие, то тоже карточки, но не такие, как на уроке, они особые, а другие такие более яркие, красочные. И здесь уже не обязательно какие-то такие строгие, где просто написано good или super. Здесь могут быть какие-то картинки цветные, какие-то смешные рожицы, пожалуйста. И ребята тоже их собирают, и они знают, что нужно больше работать, отвечать на занятия, чтобы потом такие карточки получить. Но карточки эти, это такая система, у многих есть учителей, я это знаю, но вот особенность в том, что эти карточки не учитель бегает, раздает своим ученикам. И в итоге очень устает от такого напряжения, так? И еще где-то кому-то забудет дать эту карточку. А ребенок, он никогда не забудет взять эту карточку. Он сам ответил правильно, его похвалили, поощрили, и он
подбежал сам тихонечко, подошел, взял карточку, сел на место. Таким образом он в течение занятия уже оценивает себя. А если мы занимаемся в спортзале, то ни одно занятие у нас еще не проходилось, не проходило без соревнований. Это, конечно, ребята очень любят, но здесь, конечно, важно не просто так, чтобы они бегали, гоняли и там собирали какие-то предметы, а так как это у нас внеурочное занятие по иностранному языку, здесь обязательно условие, чтобы ребята проговаривали эти действия. Вот, например, на занятии, которое у нас было по теме «Режим дня», мы в качестве повторения взяли продукты питания. И ребятам, прежде чем нужно было правильно поставить полезные и неполезные продукты, нужно было обязательно эти продукты произнести. И произнести не только одному ребенку, который взял слово или карточку, а этот ребенок, вот если вы посмотрите внимательно на фотографию и посмотрите, вспомните видео, сюжет, ребенок показывает карточку сначала всей команде. И только если команда громко и четко произносит слово, вся команда произносит это слово, только тогда ребенок может бежать и прикреплять карточку. То есть сигнал для того, чтобы бежать, это ответ всей команды. Да, все ребята проговаривают эти слова. То есть взял, например, картинку с яблоком, ребята должны громко сказать. Яблоко, да, по-немецки произнести der Apfel, и прикрепляют, полезный продукт или неполезный, затем проанализируют. Вот такие вот движения. Но здесь, конечно, поле для деятельности, фантазия здесь может быть огромная, здесь, смотря мы что изучаем, но вот такой соревновательный момент ребятам очень нравится, и он достаточно эффективный. В движении. Также хочется сказать, что в движении у нас проходили не только занятия, которые вы видели внеурочные, но после того внеурочного занятия игра «Шнейбальшлахт», она прямо зашла на ура, и мы ее проводили уже несколько раз. «Снежки». Очень понравилось ребятам. Совершенно незаметный. Вот, ребята, никто из ребят даже не понял, что мы таким образом преследовали свою задачу научить детей читать. Ребята посмотрели видеосюжет, и у них были листочки, на которых были скрины из этого небольшого видеосюжета, скрины того, что в течение дня ребенок делает. И два предложения, таких достаточно больших, хороших предложений, что можно делать в течение дня. Во-первых, пока ребята смотрели видео, они должны были выбрать нужный ответ, нужное предложение, которое подходит к данной картинке. А затем ребятам предлагается поиграть в снежки. Если вы смотрели внимательно видеосюжет, вы увидели, как ребята оживились, удивились, потому что этот момент был впервые проведен здесь, что эти листочки, на которых ребята отметили, им разрешается сминать, да, и из них сделать снежки. И ребята с удовольствием побежали играть в снежки. По свистку, по команде они останавливались и разворачивали тот снежок, который упал рядышком с ними, который был рядом с ними. И этот снежок, все, что там написано, они должны прочитать. Они с удовольствием читают. Мы все внимательно слушаем, оцениваем. Ребята могут показать картинку, что там нарисовано, чтобы еще раз и запомнить, и понять, что нарисовано. И таким образом каждый прочитал по предложению. И повторили эти предложения. И даже никто не понял, что мы, оказывается, учим детей таким образом читать. А потихонечку они читать у нас так и учатся, незаметно. Вот такой вот прием называется «Снежки». Рекомендую к использованию после этого занятия. Коллеги, кто посмотрели, были на этом открытом занятии, даже коллеги из других областей, не иностранцы, использовали этот прием и очень им понравилось. Даже на уроке несколько человек использовали.
так. Ну, такой вот прием «найди слова». Если мы находимся в кабинете, не обязательно такое поле здесь нам рисовать, изображать. Если мы находимся в кабинете, то найти слова мы можем на доске, на интерактивной доске или просто в презентации найти слова. Конечно, очень хорошо, если это интерактивная доска, когда ребенок может сам подойти, отметить это слово, да, он опять же двигается, а не просто так глазками находит это слово. Еще здорово, если на интерактивной доске он отмечает это все каким-то цветом, который ему больше всего нравится. Еще здесь такой эмоциональный момент. Но у нас вот сделано тоже при помощи детей такое поле из букв. Мы изучали тему продукты питания, еда. И для той темы делали такое поле. И вот здесь в качестве повторения на занятии по режиму дня тоже это поле использовали. Ребята очень это поле любят использовать, потому что они делали его сами. Мы распределили, кто какую букву будет рисовать. Если посмотреть поближе, вы увидите, что там немножечко разный шрифт, хоть было и обговорено, но это делали дети сами, и они с удовольствием в эту игру играют. То есть они находят предложенное слово, вот, разделены на две команды, и на листочке я показываю картинку. Они должны вспомнить, здесь достаточно сложный такой мыслительный процесс проходит. Ребятам нужно вспомнить, как будет морковка по-немецки, так? И они должны своей командой эту морковку найти. В это время другая команда находит свое слово. Они вокруг стоят этого поля. Сначала слово должны найти, а потом уже встать на это слово и его произнести. Это тоже очень интересно проходит. И ребятам нравится. И не по разу в эту игру мы с ребятами играли. Так, ну и еще, конечно, мы хотим ведь научить детей говорить, не просто так, чтобы они у нас поиграли, поразвлекались. И самая большая ценность – это когда ребята могут сказать хотя бы несколько предложений по-немецки. И как вывести на монологическую речь, да, тем более таких маленьких ребят, просто так каким-то заучиванием – это уже не актуально, это уже как-то не так интересно. А вывести на монологическую речь можно и другими путями. Например, если мы с вами говорим про эту же тему овощи и фрукты. Итак, мы показываем ребятам такой, например, листочек и предлагаем найти «Was ist hier?» Что же здесь у нас есть? И ребята находят «Das ist eine Banane». «Wie ist die Banane?» Die Banane ist gelb. Так, и предлагаем этому ребенку выйти и прямо здесь раскрасить. Да, и он не просто раскрашивает, он сначала называет предложение с определенным артиклем. Das ist, с неопределенным артиклем, конечно. Das ist eine Banane. Die Banane ist gelb. И потом еще предложение. Ich esse Bananen gern. То есть в трех предложениях мы используем очень важные грамматические темы. Это использование определенного, неопределенного артикля и множественное число. И когда мы показали сначала пример, и потом все ребята хотят уже выйти к доске и изобразить, раскрасить вот эти предметы. Так? И можно такие листочки затем раздать каждому. Когда раскрасили все вместе, мы можем раздать каждому, и каждый, прежде чем раскрасить, называет вот эти три предложения. Что это, какого цвета, и любишь ты или не любишь этот предмет. И еще одним приемом хочу с вами поделиться тоже для вывода на монологическую речь. Это вот таким. Например, когда мы, ну, эту же тему возьмем, «Die Familie», семья, о которой мы сегодня уже с вами говорили, мы предлагаем, например, ребятам, делим на группы и предлагаем вот такие глазки. «Die Augen». «Where is das?» Спрашиваем мы ребят. «Кто же это?» Достаточно эмоционально стараемся с малышами разговаривать. «Where is das?» И даем ребятам несколько минут на подготовку. Вот прямо важно, чтобы эти глазки были на листочке на пустом, чтобы здесь могли дети прямо здесь писать свои мысли. То есть здесь выход на письменную речь, а потом и на монологическую речь. И ребята отвечают на вопросы. А вопросы эти мы можем разместить на доске. Какие тут вопросы? Wer ist das? Wie alt ist die Person?
und wie ist diese Person? Итак, кто это, сколько лет и какой это человек, так? И ребятам такое задание очень нравится. Они записывают здесь свои фантазии, начинают думать, кто же бы это мог быть. Одной группе, вот, например, мы представляем такие огласки. Вот вы сейчас тоже подумайте, where is das? Where is das? Каждый про себя подумал. Wie alt ist die Person? Wie ist die Person? Каждый про себя подумал. Так, а сейчас мы увидим оригинал. После того, как дети написали, они выходят и презентуют свои глазки, рассказывают, что это, например, глазки мамы, это могла бы быть мама, мама добрая, красивая, ей там 30 лет, например, так? И потом мы обязательно показываем оригинал, а чьи же это на самом деле были глазки. И мы вот так вот представляем и приклеиваем на доску. И ребята сравнивают свои предположения с тем, что это есть на самом деле. Очень нравится ребятам. И посмеются тут они, и улыбаются, и весело очень такое задание проходит. Так, и вы сейчас себя проверьте, а так ли вы подумали, чьи это были глазки, совпало ли это с вашим предположением. Да, это вот такая милая девочка, Анетья. Так, или еще, да, из этой же оперы, вот, например, такие глазки. Wessen Augen. Вот такие глазки, так, и тоже, это другая группа, например, делает в это время, так, одна группа и вторая группа, каждая группа работает самостоятельно, может быть, минуточек 5, работают, пишут, могут и цвет здесь написать, смотря что уже изучили, так, могут и любимый цвет этого человека написать. Так, и рассказывают затем они очень внимательно, выходят, презентуют, очень стараются, и потом мы им показываем оригинал, а на самом деле чьи же это были глазки. И ребята с удовольствием смотрят, говорят, ой, я знаю этого артиста, он там в таком-то фильме снимался. Так, вот такой вот прием. И ребята тоже волей-неволей, они немножечко у нас и пописали на нашем внеурочном занятии, и тем в то же самое время они у нас еще и вышли на монологическую речь, поскольку смогли это сделать. Так, и сказала, что работаем очень часто в группах, и ребятам в группах работать нравится, потому что самостоятельно достаточно сложно маленьким ребятам работать, а когда они вместе, они уже ничего не боятся и общаются, это самое важное и главное. Как интересно разделить на группы. Ну, может быть, банальный способ, рассчитаемся на первый, второй, третий, как вот у нас, например, было на занятии. Может быть, то же самое из какого-то волшебного мешочка. Ним айнен, айне, уже айн, возьми какой-то там предмет, возьми что-то, да, или это даже могут быть у нас и какие-то карандаши, если кому-то попались, зеленый и красный, одна команда и вторая команда. Это могут быть какие-то предметы, например, зверюшки, хищники и травоядные. Хищники в одну команду, травоядные в другую. То есть кому что попалось, это могут быть такой предмет. Если быстро очень нужно и без какой-то подготовки, можно «Wer hat A im Namen?» Так, да, у кого есть буква А в имени, у кого есть буква О в имени, да, такие часто встречающиеся буквы. Если мы про овощи, фрукты говорим, почему бы не сказать Where is gern bananen? Угу. Да, кто охотно ест бананы, кто любит, а кто не любит. Так, разделить на группы разными способами. Вам тоже хочу предложить подумать, а какими еще способами интересными можно ребят поделить на группы? Подумайте, поделитесь тоже, пожалуйста, с нами такой информацией. Еще хотелось бы сказать вам сегодня актуально, так как сегодня у нас актуальная тема это коронавирус, то я нашла такой интересный видеосюжет. Очень хорошо и интересно рассказывается о коронавирусе на немецком языке. Всем предлагаю посмотреть. Это видео содержится на моем блоге, блог Высотиной Светланы Николаевны. Вы туда можете зайти, скачать это видео и
выполнить задание по нему. Сейчас мы с вами вместе посмотрим и тоже внимательно слушаем и тоже выполним задание. Das bin ich. Das ist Corona. Corona kann man nicht sehen. Es ist so klein. Man braucht ein Vergrößerungsglas. So sieht Corona aus. Es ist ein klitzekleiner Virus. Es macht die Menschen krank. Wenn ein erkrankter Mensch niest oder die Hand gibt, kann Corona auf eine gesunde Person überspringen. Er klettert dann beim Mund, Nase oder Augen in den Körper. Im Körper kann Corona sich vermehren. Kinder bekommen dann Fieber und Husten. Ältere Menschen wie Omas und Opas können schwer erkranken. Ich will gesund bleiben. Deshalb bleibe ich jetzt öfter daheim, damit Corona nicht auch auf mich springen kann. Mit meinen Verwandten telefoniere ich. Mit meinen Freunden in Kindergarten und Schule soll ich leider derzeit nichts unternehmen. Mama und Papa sind auch mehr zu Hause, damit sie gesund bleiben. Unseren Familienausflug am Wochenende verschieben wir auf später. Dafür habe ich viel Zeit, mit meinen Spielsachen zu spielen oder etwas zu lernen. Wenn ich nicht zu Hause bin, achte ich darauf, dass Corona nicht auch in meinen Körper kommt. Ich wasche mir jetzt öfter die Hände mit Seife und warmem Wasser, ganz gründlich. Dann wird Corona weggewaschen. Und ich schaue auch, dass ich mir nicht zu oft ins Gesicht greife. Wenn ich jemanden treffe, sage ich freundlich Hallo, aber gebe nicht die Hand. Corona sitzt nämlich gerne auf den Händen. Wenn ich zwischen vielen Leuten bin, versuche ich, ein bisschen Abstand zu halten. Corona kann nicht weit springen. Lisa, meine Freundin, hat Corona schon krank gemacht. Sie muss jetzt zu Hause bleiben. Das nennt man Quarantäne. Ich habe mit ihr telefoniert. Sie sagt, es geht ganz gut und sie ist bald wieder gesund. Wir passen alle auf, damit wir uns nicht anstecken und Corona bald wieder verschwindet. Und dann können wir wieder alles so machen wie vorher. Juhu! Я вам предлагаю это видео, вы можете найти на моем блоге и посмотреть, если вам мало было с одного раза, как мы сейчас с вами посмотрели, и заполнить пропуски. Задание готовое уже есть тоже на моем блоге. Вы можете увидеть это на главной страничке. И здесь нужно заполнить пропуски. Вы можете отправить своим детям такое задание, ученикам, и сами тоже попробуйте сделать. Это тоже будет одно из ваших домашних заданий. Да? Вставить пропущенные фразы. Обращаю ваше внимание, что в видеосюжете субтитры не на немецком языке, что очень хорошо, потому что ребятам нужно будет прослушать несколько раз. Да, не просто посмотреть, как это написано и как это выглядит, а на слух воспринять слова и фразы. Это сложнее, конечно же, сделать, но очень эффективно, на мой взгляд. Еще вас хочу познакомить с такими ресурсами, онлайн-ресурсами, которые можно использовать сейчас, пока у нас идет дистанционное обучение, где-то это практически самообучение, когда детям нужно самостоятельно изучать иностранный язык. Особенно здесь страдает, конечно же, чтение и произношение. Ребят на расстоянии научить достаточно сложно. И для этого на моем же блоге есть такая вкладочка на главной странице, которая называется «Сказки на немецком с субтитрами». Там есть подборка, большая подборка, очень хороших, добрых сказок на немецком языке. Некоторые из этих сказок у нас встречаются в школьной программе, с которыми мы работаем, но они здесь такие расширенные. Значит, вы увидите эти сказки. Здесь уже субтитры идут на немецком языке, что очень хорошо для тех ребят, которые еще только учатся читать, чтобы можно было послушать диктора, прочитать, сначала посмотреть, как диктор читает, да, затем постараться за диктором повторить, потом вместе с диктором. Ну и на самом последнем этапе самое ценное, когда мы уже будем произносить самостоятельно, когда мы звук отключим и будем предлагать ребятам произнести, прочитать эту сказку самостоятельно. Вот такая подборка сказок на немецком языке есть на моем
блоге. Блог Высотиной Светланы Николаевны. Можете в любом поисковике найти. А кроме того, там же у меня на блоге есть ссылка на польский Гёте-институт, в котором я нашла игры на немецком языке. Очень хорошие, интересные игры. Есть очень простые игры, есть посложнее игры по разным темам и на разные темы грамматические и также разные тематические игры. Здесь есть и для тех ребят, которые совсем маленькие, еще только-только начинают изучать слова, а есть такие достаточно сложные игры, по времени, например, очень такая непростая игра, быстро очень меняется картинка, которая для старшеклассников тоже очень хорошо подойдут. Я предлагаю своим ученикам в качестве внеурочных каких-то занятий сейчас, когда они на самоизоляции дома, да, самостоятельно посмотреть, поиграть, обязательно мне скрин отправить. И даже я ставлю, если этих игр достаточно много пройдено и результат неплохой, я ставлю даже за это оценку. Это мотивирует, и я считаю, что это неплохо и в развитии ребенка, потому что здесь и темы разные, и дети слышат, слушают, произносят, тоже все это очень интересно и важно для наших обучающихся. Ну что, сейчас на этом, наверное, мне хочется завершить мое видеовыступление такое небольшое. И так как это слушатели курса, которые должны выполнять задания, я тоже вам подготовила небольшое задание. Некоторые из них я уже в ходе работы озвучила. Но сейчас давайте все вместе подытожим, что же нужно будет сделать для слушателей курсов, для тех учителей, которые являются учителями немецкого языка. Я вас попрошу написать, первое, да, написать ритуалы начала и конца урока на немецком. Поделиться. Я с вами сегодня поделилась несколькими ритуалами, которые я использую в работе. Тоже это не мои личные ритуалы. Я их где-то взяла с одного места, с другого, где-то у кого-то услышала, подслушала. И их вот как бы собираю. Я думаю, что это всем нам будет интересно. Пожалуйста, поделитесь. Пусть у нас будет такая общая копилочка. И мы посмотрим ритуалы начала и конца урока. Может, у кого-то есть готовые. Может быть, вы сами изобретете и придумаете свои. Второе задание. Пожалуйста, поделитесь тоже со мной и с другими слушателями приемами интересного начала урока, какого-то такого не совсем обычного, да, какое-то введение в тему. Вот сегодня я вам показывала Faltengeschichte или там, что внутри, да, находится в мешочке. Может быть, у вас какие-то есть такие необычные, которые можно взять тоже для своей работы, и поделитесь, пожалуйста, с нами. Третье задание – это приемы отработки чтения. Я вам сегодня показала интересный прием «Шнейбальшлахт» снежки. Может быть, у вас есть еще какие-то интересные, наверняка есть приемы, чтобы можно было так тихонечко, незаметно ввести ребятам чтение, чтобы они даже не поняли, что мы их учим читать, а дети в это время увлекательно играют и даже не подозревают, что мы преследуем свою цель. Четвертое задание – это приемы для выхода на монологическую речь. Тоже, пожалуйста, поделитесь этими приемами. Наверняка у вас какие-то есть. Сегодня я вам показывала прием вот с глазами, да, на монологическую речь выход. Вы поделитесь своими какими-то приемами интересными. Так, ну и пятое задание – это для всех знатоков немецкого языка самим заполнить пропуски в предложениях о коронавирусе и предложить это сделать детям. Но вам нужно это сделать самим. Вы заходите на блог Высотиной Светланы Николаевны и находите там вкладочку на главной странице там расположены, это на главной странице полистайте, там у меня очень много разного материала. Я очень буду рада, если какие-то из материалов вам в работе пригодятся. Очень буду благодарна, если вы сами не пожалеете и поделитесь своими приемами интересными. Как говорит наш методист Галина Федоровна, делитесь своими приемами, и тогда и у вас приумножится все, и вы тоже будете себя чувствовать очень
Хорошо, что вы с людьми поделились чем-то важным, полезным и интересным. Поэтому я от вас жду через Галину Федоровну выполненные 5 заданий. И если у вас еще есть какие-то интересные моменты, я с удовольствием тоже их послушаю. Хочу сказать всем большое спасибо за внимание. И если у вас будут ко мне лично какие-то вопросы, можно задавать их на моем блоге, блог Высотиной Светланы Николаевны, или можно через Галину Федоровну действовать. Она знает все мои контакты. И еще я подготовлю вам небольшую папочку с материалами, которые тоже вы можете работать, в своей работе использовать. Конечно же, за одно занятие я вам все интересные моменты рассказать не смогу просто физически, но кое-чем с вами я поделилась. Очень буду рада, что если вам хотя бы что-то, хотя бы какие-то моменты пригодятся в своей работе. И я всегда готова к сотрудничеству. Всем желаю здоровья и творчества, и вдохновения. Спасибо за внимание.